День добрый, меня зовут Гарбаров Илья. Я исполнительный директор диджитал агентства Adwinta. Пока сейчас подключается кликер, я начну. В двух словах обо мне. Включи на свой позор. Мы находимся в Кемерово, диджитал агентство Adwinta. Входим в рейтинг Tagline, занимаемся разработкой, продвижением и дизайном. Почему я могу говорить про внедрение системы IT-персонала? Ну, во-первых, потому что мы входим в большой телекоммуникационный холдинг, и кроме нас в нем трудится порядка 40 разработчиков. Суммарно мы уже больше 3,5 лет внедрили почасовую оплату труда разработчикам, и сегодня я хочу рассказать о том, как она у нас устроена, как функционирует, какие сложности были на этапе внедрения и что мы получили в итоге после внедрения этой системы. Ну, во-первых, есть распространенная картинка на тему мотивации. Нужно ли мотивировать или не нужно мотивировать? Вот Артемий Лебедев считает примерно так. Мы считаем, что мотивация — это простые и понятные правила игры. То есть с чего все началось? Ну, естественно, мы хотели увеличить рентабельность, получить какую-то понятную прозрачную схему оплаты труда для сотрудников. И нужны были какие-то очевидные перспективы роста и развития для людей. То есть для нас мотивация — это простые и понятные правила игры, которые мы ввели сотрудникам, объяснили им, показали, и по ним они, соответственно, развиваются и работают. Во-первых, мы обозначили мотивации возможности роста. То есть мы обозначили понятные правила для роста зарплаты, понятные правила для роста скилла, и через это получили понятную простую систему. Ну, вкратце разберем. Есть всего два подхода, да? Фиксированная оплата и оплата почасовая. Ну, фиксированная оплата есть соответствующий плюс, это большая стабильность. Человек знает, сколько он получит в этом месяце, в следующем, ну и там, через полгода. Но, с другой стороны, рано или поздно она вырождается, и человек начинает не понимать, как повлиять на рост своей зарплаты. Премия может быть или не быть. И не совсем понятно, как премировать сотрудников и за что. Если вы в этом месяце выдадите премию одному человеку, в следующем месяце выдадите другому, третий обидится. Этих минусов лишена часовая система оплаты труда. Да? Она прозрачная, можно влиять на свой доход, но у него есть свои минусы. Во-первых, она очень сложная для сотрудников. Ну, то есть она гораздо сложнее для понимания. Ее гораздо сложнее считать в конце месяца. И так или иначе, на этапе внедрения кажется, что она будет нестабильной, что человек не будет прогнозировать свой доход. Вот об этих как полумифах, полуминусах можно рассказать. Ну, еще очень важно упомянуть, что любая система с прописанными правилами, она хакается особо одаренными сотрудниками там, в течение 1-2 месяцев. И периодически ее нужно менять, доводить, тюнинговать, чтобы этого не было. Небольшая задачка. Нет, сначала вопрос. А поднимите руку, кто занимается управлением в студии, там, в диджитал-агентстве? Собственники? А разработчики здесь есть? Менеджеры проекта? А кто все остальные? Сочувствующие. Хорошо. А студенты? Не угадал. Хорошо, давайте задачку. Разработчик пришел в 9 часов утра, ушел в 6, ходил на обед в 1 час. Сколько времени фактически он потратил на написание кода на полезную деятельность? Только считаю. Сколько? 4-6 часа. Мы знаем. На самом деле, да. Довольно давно еще мы начали замерять, поставили просто каждого себя программу по замеру времени разработчика и померили. Получилось действительно, что 4-6 часов, при условии, что он как бы не занимается какой-то ерундой, при условии, что он работает, и это еще не так плохо, потому что бывает и меньше. Значит, из каких постулатов мы исходим, внедряя систему мотивации? Во-первых, мы понимаем, что у нас есть 6 часов продуктивного рабочего времени, ну максимум причем. Есть 1 час на собрание, какие-то обсуждения рабочей группы, 1 час на лень, 1 час на обед. Вот исходя из этой схемы, больше, как ни старайся, чем 6 часов, разработчик ну, в день 8, думаю, 9 часов он сделать не сможет. Ну, кроме там факапов каких-то.
вариантов, когда вы накачиваете кофе в вену и так далее. Смысл простой. Нужно сначала замерять все, чем они занимаются. Мы попросили наших разработчиков вести и отмечать время в жире и ввели два понятия – плановые и фактические часы. Плановые часы – это, ну, мы работаем на аутсорсе, да, у нас заказная разработка проектов, соответственно, проект заходит, он оценивается, есть плановые часы, например, 100 часов на разработку. Дальше есть фактические часы. Это часы, которые разработчик потратил по факту, это может быть 120. Мы оплачиваем только те 100, которые плановые. Дальше я разверну и объясню там разницу между планами и фактическими, чтобы сейчас вопросов не было. Но вот это надо запомнить. Дальше, из чего у нас складывается зарплата? Ну, получка ее назовем. Во-первых, это зарплата. Во-вторых, это премии при закрытии проекта. Зарплата. Зарплата зависит от левела разработчика. Он у нас от 3 до 20. На текущий момент максимальный достигнутый это 16. И количество плановых часов, которые он выработал. Цена планового часа – это левел разработчика, умноженный на 25 рублей. То есть, если у разработчика 10 левел, значит, его час стоит 250 рублей. Левел. Для левелов есть условия поднятия. У нас действуют следующие условия. 140 часов, 3 месяца подряд без календарных просрочек задач левел разработчику поднимается. Ну, под разработчиком я понимаю, собственно, программиста, дизайнера. Третья часть зарплаты – это премиальный фонд за закрытый в срок в рентабельность проекта. Схема такая. Если, ну, в любом проекте премиальный фонд составляет 10%. Если проект рентабельный, соответственно, премиальный фонд из этих 10%, 30% проектному менеджеру и 70% команде проекта. А если, ну, мы это еще завязали на рентабельность, чтобы была мотивация у менеджеров проектов, ну, попадать в рентабельность. Значит так, если у нас рентабельность проекта 30% и выше, то премиальный фонд составляет 10%. Если меньше 20% рентабельность, то премиальный фонд начинает снижаться. Причем, обратите внимание, премия проектного менеджера снижается быстрее, а премия команды, наоборот, увеличивается, потому что так или иначе они в любом случае работали. А мы считаем, что вина больше лежит на проект-менеджере, если он проект, соответственно, не попал в рентабельность. Соответственно, если проект в минус, то менеджер не получает премии проектной, и премия остается только команде в размере от 0 до 3% в зависимости от того, ну, поставить вообще деньги или нет в проекте. Следующий момент вычисления премии – это 4 коэффициента. Это сложность работ, выполнение работы в срок, качество выполнения и активность. После окончания проекта проходит ретроспектива, на которой Project оглашает команде проекта, кто насколько, по его мнению, внес больший вклад в работу. То есть у кого была сложность работы, то есть понятно, что сложность работы неравномерная, у кого-то она может быть больше, у кого-то меньше. Кто-то мог, соответственно, срок задачи делать, кто-то нет. Качество выполнения это оценивается, так скажем, эмпирически, ну то есть по сравнению с другими разработчиками, и активность. То есть активность это когда люди предлагают какие-то идеи, когда они неравнодушны к судьбе проекта. Соответственно, по этой несложной формуле вычитать, на самом деле она страшно выглядит, но она очень простая. И получается сумма премии. Есть пример. Соответственно, премиальный фонд у нас составляет 10 тысяч рублей. Василий, Project Manager, получит от него в хорошем раскладе 3 тысячи, разработчики 7. После того, как менеджер проставил оценки, они вот указаны в скобочках у Кати и Марка разработчиков, соответственно, получается премии для каждого из разработчиков, ну, в зависимости от их вклада в проект. У нас в компании Digital Agency AdWinter действует правило, которое уже сказал, 140 часов нужно 3 месяца подряд без просрочек задач делать, чтобы левел поднялся. В холдинге у других разработчиков, соответственно, схема такая. Первые полгода им поднимали каждый месяц левелы, чтобы их мотивировать. Потом, соответственно, каждые 3 месяца, каждые 6. И сейчас остались каждые 6 месяцев. Условие простое, эмпирическое, если он сильно не косячит.
нам оно не очень понравилось, мы используем вот такое. Самое сложное, с чем мы сталкиваемся, это, естественно, оценка проекта. Для себя мы выяснили, так скажем, прошли через три стадии оценки проектов. Это значит на основе истории, то есть если мы делаем какие-то простые вещи, понятные, которые уже делали, по которым накоплен опыт, соответственно, понятно, что такой блок на сайте будет стоить столько-то, такой блок на сайте будет столько-то. Все просто. Кроме этого, у нас есть сложная заказная разработка, различные сложные веб-сервисы. Для них мы делаем экспертную оценку тех лидов. То есть техлид получает тех задания, вместе с проджектом садится, читает, задает вопросы. Но с ростом сложности проекта очень сильно вырастает непропорционально сложности, вырастает ошибка, которая дает техлид. Соответственно, следующий способ оценки — это планинг покер. То есть собирается команда. Кто слышал про планинг покер? Собирается команда, садится, медитирует на декомпозицию, и для каждой задачи условно ставят время в часах. То есть в оригинале там в скраме ставится в сторипоинтах, и мы ставим в часах. И есть идея попробовать, но мы ни разу не пробовали на самом деле, для очень большого проекта, который так или иначе можно вести по скраму, попробовать оценивать на основе velocity команды для сторипоинтов. Если кто-то понял, значит, вы знаете, что такое скрам. Если не поняли, это отдельная история, там, про скрам и так далее. Соответственно, как мы работаем в проекте, чтобы не попадать на ошибки оценки, не попадать на деньги? Ну, то есть первым этапом мы подаем ТЗ-прототип и дизайн-концепцию. В этом же этапе мы оцениваем все то, что мы написали по ТЗ. На входе клиент перед первым этапом получает цену первого этапа точную и разбег там минимум-максимум по второму этапу. Соответственно, после ТЗ-прототипов и дизайн-концепции команда тем или иным способом считает, получается точная цена, назначается клиенту и начинается следующий, второй этап производства. Кроме того, что у нас разработчики и дизайнеры завязаны на KPI, понятно, у нас это очень здорово заходит для стажеров и нештатных сотрудников. То есть, если к вам приводит стажер, вы ставите ему какой-то минимальный левел, и он очень хорошо, стабильно вписывается в систему. Соответственно, все очень сильно замотивированы отмечать время в жире по задачам, потому что это их прямая зарплата. Потому что если вы, допустим, ради эксперимента попробуете у себя заставить разработчиков отмечать время, потраченное на ту или иную задачу, вы получите ноль. Попросите еще раз, получите ноль. И так будет примерно месяц, пока не начнете их пинать. Ну, прям физически. Кроме того, по KPI у нас работают руководители проектов, SLZ, аккаунты, специалисты по контексту. Руководители проектов, как они завязаны? У них есть оклад. Есть премия за ведение проекта, зависит от сложности проекта, просто за ведение, да? И есть проектные премии за закрытие, успешные проекты. Соответственно, проектные премии составляют от 50 до 100% зарплаты. Бывает и до 150, и до 100%, если там какой-то очень большой проект открылся, который делался месяц, полгода или год. Соответственно, проекты понимают, как можно влиять на свой доход. Они делают либо больше проектов берут, либо сложнее. Ну, либо закрывает срок все те, которые набрали. Аккаунты тоже завязаны, то есть там более-менее просто. Собирают дебиторку, получают процент, продают, получают процент, плюс оклад. Ну, в аутсорсе очень важно, как бы вырастить грамотного аккаунта, поэтому ему обязательно нужен оклад, иначе они расстроятся и погибнут. Специалисты по контекстной рекламе, они тоже завязаны на KPI и мотивацию от эффективности рекламных кампаний. Все очень просто получается, легко со стажерами, и новые люди очень легко встраиваются в систему. Какие минусы внедрения? Ну, вернее, сложности. Если вы решите такую систему или какую-то подобную внедрять, очень сложно будет преодолеть сопротивление команды, потому что вот это ощущение, что потеряется стабильность, нужно очень грамотно продать эту идею, то есть рассказать, объяснить, что там нет каких-то больших сложностей, что там на самом деле после внедрения у нас ни один разработчик меньше не стал получать, стали получать только больше. Хотя боялись все. Будет масса негатива, и, соответственно, нужно первые полгода, там раз в месяц, можно раз в две недели встречаться, обсуждать какие-то нюансы, потому что будет очень много вопросов, как, что, почему и так далее. Какие плюсы? Ну, очевидно, у нас процентов 80 разработчиков стали получать больше, потому что и стали больше фигачить. То есть для половозрелых разработчиков это идеальная схема. То есть у нас есть дяденька, так скажем, ему 40 лет примерно, он разработчик, он фигачит по 180 часов и говорит, а что, у меня жена, дети, мне хорошо. На самом деле он продуктивно это делает,
из дома в выходные, ну, ему интересно. Заинтересован отмечать свое время, вы получаете еще дополнительную статистику по выработке, она может вас очень сильно удивить. Качество не падает, потому что те задачи, которые закрываются, ну, я все равно поверхностно рассказываю, ее нельзя рассказать там, за 30 минут подробно. Потому что задачи, которые закрывают, так или иначе проходят код ревью. Если это большие задачи, плюс тимлид всегда может развернуть любой коммит там, или какое-то решение и сказать, что оно было плохо сделано, не переделано. Плюсом еще очень большим оказывается, что ленивые уходят сами. У нас примерно 2 разработчика ушло, мы не пожалели об этом. Хотели как-то сами, ну, были вопросы до этого к ним, но они ушли сами и нам сделали только лучше. Мифы и грабли, с которыми мы сталкивались, пока это внедряли, и чем бы тоже хотелось поделиться. В общем, многие думают, что если автоматизировать все, то есть поставить там систему управления проектами, всех в нее завести, будет больше экономиться время. На самом деле, времени будет тратить все гораздо больше, но взамен вы получите управляемость и масштабируемость в будущем. Это очень важно понимать. Разработчики разберутся. Мы столкнулись с такой проблемой, что у нас все задачи пилятся от 4 до 8 часов максимум по плановым часам. Ставится на разработчиков. В первое время мы думали, что разработчик так или иначе выяснит, какую задачу нужно сделать первой. Но нет. Разработчики брали самые простые задачи, делали какие-то более интересные, а те задачи, которые для бизнеса были важнее, они оставались на последнюю очередь или не делались вовсе. Мы это решили следующим образом. То есть у нас есть дежурный менеджер, который разбивает задачи по приоритетам на каждый день для каждого разработчика. Если проект большой, то его дежурный проект-менеджер команду разработки не трогает. Там у них есть свой проект, который каждый день следит за тем, чтобы задачи, соответственно, с планом проекта делались. Еще очень большой момент такой, да, от которого важно защититься, что шумному клиенту задачи делаются быстрее. Клиент, который поднимает панику, который звонит постоянно, и он получает такой приоритет, который на самом деле ему, ну, может быть, и не нужен для этого проекта. Соответственно, раз в месяц, раз в неделю мы собираемся с проект-менеджерами, обсуждаем с ними план на следующую неделю, рассматриваем какие-то казусы, они сдают в проектный офис отчет по каждому проекту. Там видно перерасход времени, перерасход ресурсов и понятны ситуации какие-то с рекламацией клиентов, понятны ситуации относительно того, что нужно сделать. Да, это требует больше бюрократии, но мы получаем очевидные профиты в управляемости. Кроме этого, каждую пятницу собираемся с проектами не для отчета по текущим проектам, а для планирования следующей недели относительно приоритетов. Потому что приоритеты можем выставить только руководство компании. Соответственно, дежурный менеджер каждый день будет видеть приоритеты того или иного проекта. В соответствии с этим выставят приоритеты задач для разработчиков, и важные проекты не будут сдвинуты какими бы сложными или нежелательными для клиента, для заказчика, для разработчиков они не были. Да? Иначе задачи сваленные в кучу, они решаются, ну, по принципу, случайно, какой разработчик какую задачу хочет сделать. Да? Инструменты, которыми мы пользуемся вкратце, я, в общем-то, заканчиваю. То есть Jira, там у нас идет постановка задач, учет времени, ежедневные планерки с разработчиками либо в команде проекта, либо с техподдержкой. Еженедельные планерки с проектами, Load — это инструмент для просмотра нагрузки на разработчика визуального, чтобы было понятно, где... То есть мы знаем среднюю выработку каждого разработчика, примерно, в день. Если она, допустим, красная, то есть большой риск, что он зафакапит задачи, и там нужно что-то порешать очень срочно. Kanban, соответственно, это контроль сроков рентабельности. Есть проект Gantic, это сервис такой. В нем мы с проектами примерно двигаем сроки и границы проекта, чтобы было понятно, кто чем занимается из разработчиков, когда освободятся какие ресурсы, и как с этим быть, когда проектов нет, и когда проектов очень много в очереди. Нюансы, которые важно знать, если вы хотите такую систему внедрять. Баги и косяки в коде решаются за счет разработчика или за 50% времени. Если разработчик в середине выполнения задачи 10-часовой, например, не сказал, что она будет решаться не 10 часов, а 25, то как бы он сам виноват? Если он сказал, и это действительно ситуация, в которой нужно
ну, была ошибка допущена при расчете времени, есть запас в проекте, который Project может перераспределить так или иначе и скорректировать ситуацию. Первое время новички не выполняют норму, это нормально, это заставляет их подтягиваться. Четкие проговорены правила расширения задач. Бюджет направки не проектного времени, про это я в принципе рассказал. Кроме того, что мы внедрили систему мотивации, завязанную на деньги, естественно, нужно мотивировать не денежными вещами. То есть мы даем бонусы какие-то, там, новый монитор, новое кресло, какой-то гаджет прикольный тем людям, которые там отрабатывают больше часов в месяц, или там больше часов в месяц подряд, или там по итогам года суммарное количество часов. Людям, которые там безбажно делают, ну и так далее. То есть разные штуки, метрики мы выводим, за которые мы, соответственно, награждаем. Проводим раз в месяц, раз в три месяца среднем. Саммари, на котором команда большая, мы рассказываем, какие проекты закрылись, то есть прямо по трем направлениям. Вот разработка, вот продвижение, вот дизайн. Разработка рассказывает прочее, какие проекты закрылись, каких показателей не достигли и какие-то подводные камни внутри проекта. Это помогает выпустить пар, потому что заказчики бывают иногда очень сложными, и возникают какие-то казусные ситуации. И, по сути, для многих проектов это возможность такого мини-стендапа, рассказать какие-то смешные вехи в проекте и расслабиться. Соответственно, продвижение и дизайн делают то же самое. Ну, плюс различные темпинги в классическом понимании. Применимость вот этой системы, про которую я рассказал, для простых проектов она заходит вообще великолепно, отлично. То есть если это конвейерная разработка или там несложная разработка сложных проектов, она подойдет. Для сложных проектов есть нюансы. Есть нюансы, связанные со скрамом, есть нюансы, связанные с тем, что нужно очень грамотно подходить к оценке на берегу. Но если, опять же, большой проект бить спринтами и каждый спринт оценивать, то это будет, по сути, как маленькие простые проекты, и будет все хорошо. И это совершенно не подходит для продуктовой разработки, потому что в продуктовой разработке нужна обратная история. Нужен фиксированный оклад, нужна вовлеченность команды в развитие проекта, потому что продукт получает больше денег, если люди пробуют больше гипотез. Соответственно, в среднем 30 из 10 предложений, которые команда реализовала, дай бог 3 будут какими-то успешными в денежном плане, 7 будут провальными. Если как-то завязаться на мотивацию за успешные вещи, то они не будут делать никакие, потому что они будут бояться сделать провальные. Там в командной разработке нужна мотивация уже на уровне эмоций и всего остального. Зачем это нужно собственникам? Во-первых, это основа материальной модели, которую можно посчитать математически, да? Соответственно, имея модель, мы можем видеть показатели, прогнозировать их и получать определенный профит. Мотивация — это надолго, то есть, кроме того, что нужно мотивировать текущих сотрудников, нужно не забывать про то, что нужно привлекать новых сотрудников. И в итоге что мы получили? Мы получили контроль производительности, ее рост, увеличение рентабельности и прозрачные показатели для бизнеса, которые мы можем отслеживать, влиять на них и управлять, соответственно, ими. Спасибо. Если есть время на вопрос, я отвечу. Илья, можно вопрос? Разрешать это такое, что кто начинает жирно перерабатывать, ну просто это конкурсы заводится в этот черт с ним. Но если люди переработают больше по времени длительный срок, то, как правило, они выгорают и начинают болеть. Такой эффект был, нет? Физически болеть нужно все-таки людей в отпуск отправить. То есть если человек очень долго работает, мы видим, что у него глаза становятся там красными, а под глазами синие круги, естественно, нужно отправить в отпуск. Но уже выгодно работать, по выгоду денег больше. Люди обычно хотят жить, вот в чем дело. И они, не было такой ситуации, да, то есть если она происходит, мы все равно пошлем его либо в отпуск, либо как-то намекнем, что это не нужно, но пока действовал как бы инстинкт самосохранения, не было такой ситуации. Дорогой вопрос про мотивацию менеджера, да? Часто в этой ситуации, когда не менеджер виноват, допустим, а заказчик, да, допустим, со своей стороны как-то нарушает какие-то обязанности. Как вы вот эти риски генерируете, как они добавятся на... Смотри, каждую неделю мы собираемся с проектами, да, рассматриваем их еженедельные отчеты по проектам, да, то есть у нас там есть проектная документация, и они рассказывают о каких-то сложностях. Если заказчик сложный, если какие-то невыполнимые хотелки, да, то мы об этом знаем, мы как бы ситуацию корректируем. Соответственно, в индивидуальном порядке? Конечно, это же управление нужно этим процессом. Ведь именно это и есть управление, значит, не автоматически, нельзя нажать кнопку, студия работает. Пошел в эту студию выключить.
А вот за сверхурочную работу бонусы нам предусмотрены? Сверхурочно, если да, какой-то факап очень большой, или там запуск проекта нужен на выходных с хайлоуда какого-то, да, чтобы там нагрузка была поменьше, ну, естественно. То есть мы там в войном или там в войном, зависит от того, что нужно делать. А у вас есть SEO-специалисты? Есть SEO-специалисты? Да, у нас есть SEO-специалисты. А что у них называется? Вот, SEO-специалисты завязаны на показатели. Ну, там сложная история. Ну, есть показатели. Каждая компания заходит с определенными показателями, да, то есть есть KPI примерно там, для каждого проекта, да, в том числе для SEO, там, для контекста. Вот. Соответственно, вырабатывают он эти KPI, ну, получает определенную денежку там, за проект, за каждый, да, вырабатывает меньше, получает меньше. То есть и все вместе это в итоге суммируется зарплата. Ну, плюс оплата. Ну, просто. Правильно я понимаю, что вы платите за не за фактически отработанные часы, а за выполненные плановые часы? Да, за выполненные плановые часы. И вы говорите, что новички обычно типа первое время не справляются с нормой, а потом начинают всякие порции делать с нормой. У меня просто, я лет 8 назад работал в компании с похожей системой оплаты, и у нас, я могу сказать, что новички, они не выполняли норму, они не умели жонглировать своим временем. Потому что потом работа программистов у нас она превратилась в постоянное жонглирование времени. При этом ты находил задачу, на которой стояла плановая 2 часа, но понимал, что ты мог ее выполнить за 30 минут. Ты выполнял за 30 минут, оставшись полтора часа, занимался там другой работой. Например, фиксил бар, там, еще что-нибудь. Нет, нет. Ну, смотри, у нас какая история? У нас довольно сильно линейное управление. То есть project manager очень плотно работает с командой. То есть все-таки у нас больше больших проектов сложных, да, и он плюс-минус понимает, что там делает. И еще один момент. Нам как бы без разницы, если разработчик выполняет все задачи в срок, ну суммарно, да, если проект рентабельный, то мы можем заплатить больше, даже если, ну то есть на самом деле мы платим, то есть если мы поставили задачу на 5 часов, он отметил там час, ее закрыл, мы заплатим за 5 часов, то есть обратную, ну, ситуацию тоже работает. Я правильно понял, что Jira, да, программа для контроля времени программы? Ну там проектное управление у нас построено, то есть мы там ставим задачи, контроль выполнения. Да, и сколько времени он рабочий назначает? Он же ставит, там есть. Ну почти у любого task менеджера есть возможность отключать время по задачам, которые разработчик потратил на ту или иную задачу. А вот ретроспектива проекта, тезис, ретроспектива проекта, смотрите, собирается команда проекта. И каждый рассказывает, то есть мы пытаемся там что-то фасилитацию взять. То есть рассказывает, что было в проекте хорошо, что удалось, что не удалось, что можно было бы сделать лучше, что помогло проекту реализовать, что тормозило. Это рассматривается командой, обсуждается, project manager, соответственно, выписывает какие-то решения относительно того, что можно было улучшить, и рассказывает потом уже на совещании менеджеров, да, то есть при закрытии проекта у нас есть процедура проектного комитета, который открывает и закрывает проект. Он говорит, это лучше сделать, соответственно, на основе этого принимаются какие-то управленческие решения. Берем мы это к себе, изменять или не берем. Ну, соответственно, как-то команде оглашаются на ретроспективе их показатели, соответственно, project manager говорит, ты мог бы работать лучше, ты вот так отлично справился, но они получают фидбэк и делятся опытом. Если не сложно, можете вернуться к слайду, где были минусы инвестированные зарплаты. Вот его. Я просто хотел заметить, что вот все эти минусы, на самом деле, они не зависят от фиксированной зарплаты. Если вы внедрите всю вашу систему с фиксированным окладом, они тоже решатся, потому что понятный уровень повышения вы можете также фикс привязать к лэмпу. И прозрачный механизм премирования, он у вас прозрачный и зависит от фикса или почасовая. Ну и непонятно, как стимулировать. Понятно. Нет, смотри, тут очень важный момент понимать, да, что это все-таки культура. Нельзя взять какую-то готовую там серебряную пулю, применить ее себе в любом случае. Да? Вот мотивация, завязанная на, соответственно, почасовую оплату, для нас оказалась проще. И она понятнее, в принципе, при внедрении. Просто система с фиксированным окладом, у нее более размытые, так скажем, границы. То есть меньше, менее точные, так скажем, условия примиривания, менее точные условия там, повышение зарплаты, фиксированная зарплата, например, когда я буду получать больше, не 50, там, а 60. И непонятно, то есть там нужно написать либо лист текста, чтобы это было понятно всей команде, да? Устав. Ну, у нас это называется устав. Да. Либо, соответственно, она будет подниматься тому, там, кто больше бегал за директором. Ну, грубо, чаще всего обычно бывает так.
но при умелом применении можно фиксированный оклад хорошо использовать. Можно там просто, у нас есть студия в городе, которая в квартире располагается, директор там каждый месяц на кухню зарплату раздает, и он там что-то шепчет каждому в ухо, и как-то они работают, понимаешь, без всякой системы. Не, ну вопрос просто, опять же, ну как вы верно заметили в конце, есть продуктовая разработка, есть студия. То есть почему конечно, конечно. Продуктовая работа, да, она у нее логичнее применять именно фиксированный оклад и мотивировать уже команду на работу. То есть там, ну, там другие показатели. Да. Важно, чтобы качество улучшалось проекта с каждым днем, чтобы команда, ну, чтобы они предлагали какие-то новые идеи, чтобы каждый день проект становился лучше. Вот, там, соответственно. Все, наверное, спасибо. Можно еще? Короче, такой вопрос еще. Было отмечено, что разработчик сам оценивает задачу по срокам разработки. Потом прозвучало, что в случае, если задача была реализована в больший срок, то идет 50% от оплаты, по-моему, да, говорили, там, или чуть-чуть вообще не оплачивают. И в то же время третий пункт был сказан о том, что если, там, условно говоря, он делает задачу за час, оцениваем ему 5 часов, ну мы там с проекта и заплатим ему все равно. Я понял, вопрос тут смотрите. Напрашивается вопрос. Оценки, изначальная оценка стоимости, это за путаница получилось смотреть на вас, смотрите. То есть разработчик не сам оценивает и не каждую задачу. То есть если задачи типовые и простые, то есть, грубо говоря, таблица, ну так скажем, смета, которая у нас внутренняя, мы понимаем, сколько каждая задача стоит. Есть техлит, у которого есть интерес оценивать задачи проекта. И есть вот третий способ, да, в плане покер, когда команда вместе оценивает сложный проект. Во-первых, там есть тимлид, во-вторых, там есть менеджер проекта, и в-третьих, смысл в чем в плане покера, что каждую задачу, там, допустим, три человека оценивают сначала, ну, с помощью карточки, кладут карту рубашкой вверх, и потом ее скрывают, да, все выложили. Соответственно, если там два человека оценили 3-3 часа, другой оценил 10, нужно объяснить свою позицию. Так или иначе, все оценивают примерно плюс-минус одинаково. Вот этот разбег появляется только когда задача непонятна. И значит нужно, соответственно, больше декомпозировать, больше объяснить команде разработки, и таким образом здесь сводится на нет. То есть сам разработчик не оценивается каждую задачу. Ладно, спасибо большое.